Кристина Седых – ученица Кораблинской школы. Она призер Олимпиады по русскому языку, экологии, истории, обществознанию и географии. Трижды удостаивалась школьного знака «Равняюсь на героя» за большое количество пятерок. Ее успехи отметили и на региональном уровне. Поэтому сегодня ей вручает паспорт губернатор Рязанской области Павел Малков. Седых Кристина Сергеевна, Кораблинская средняя школа имени Героя Российской Федерации Сарычева. Сегодня в зале торжественных приемов правительства Рязанской области отличники, спортсмены, волонтеры, активисты. В общем, ребята, которые к своим 14 достигли определенных высот. Кто-то, как Кристина Седых, отличник. Другие, как Дарья Некрасова, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Есть даже ребята, которые увлекаются искусством. Впереди у вас вся жизнь, наполненная яркими, интересными событиями. Идите по ней уверенно. Перед вами все дороги открыты. И самые широкие возможности реализовать себя в науке, образовании, медицине, экономике, культуре, искусстве, где угодно, где вы сами посчитаете необходимым. Я уверен, что вы станете достойными гражданами нашей великой страны. Желаю вам найти свое место в жизни, реализовать все свои таланты, здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким. Примечательно, что паспорта ребятам вручают именно в День Конституции Российской Федерации. 12 декабря – это одна из значимых памятных дат российского государства. И примечательно, что на церемонию вручения паспортов прибыли и школьники, как из города, так и муниципальных образований региона. Я испытывал большую гордость, что получил паспорт от рук губернатора. Ну, было волнительно, все-таки губернатор. Церемония вручения паспортов завершилась экскурсией по зданию правительства области. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».